Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Oppo A38. Сейчас я покажу вам, как удалить пользовательские сертификаты на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Пароль и безопасность». Здесь мы выбираем «Безопасность системы». Далее проходим в раздел «Хранилище учетных данных», и тут будут все наши сертификаты системные и пользовательские. И чтобы все это дело сбросить, нажимаем «Удалить все пользовательские сертификаты», нажимаем «Ок». И вводим пароль для подтверждения действия. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.